поворотной системкой демократа Иисуса Христа, брехаты Ольга Ковалькова. Вітаю, колеги, добры. Заправды, та трагедия, которая началась в 1986 году, она сегодня достигла каждого из тех, кто жил в этой стране. И это просто годный день, как проводила мне моя мать. Але, на жаль, информация по тем, что эта трагедия началась, не ведал никто из белорусов. И они протягивали выховывать своих детей, выводить их на улицы. Зараз ведутся островец ГС. Информация о том, что отбывается внутри, мы так само не отримливаем. Те шкодные вытворчества, которые будуются в регионах, люди так само реагуют на это. Улады должны лечиться с каждым голосом каждого гражданина. И коли они планируют нечто подавать, то они должны запитаться спочатку у нас, что хотим мы, как у... в этом регионе был этот завод. И хочем мы, как островцы, была Советская АЭС. И только после того, как люди выкажутся, они могут принимать решение. Одна залежит и будет в этой вытворчести, и будет наша экология нормальной. Потому что, когда вы поглядите, на жаль, в Гомельский регион, наши мужчины в Гомельском регионе живут меньше, чем пенсионный возраст зараз. А проблема пенсионной реформы – это так само проблема. Потому что мужчины не доживаются ни в Беларуси до пенсионного возраста. И это так само проблема экологии, проблема и наступности в новой стране. Наши люди не имеют максимости доступных леков, до нормальной медицины. И та проблема, две проблемы, которые связаны с проблемой Чернобыльской АЭС, они с каждым годом повышаются. На жаль, у каждого сейчас нема, напевно, своих знакомых, которые не хворали на рак.